Приветствую. С вами Сергей Подя. 7 февраля 2023 год. Мы находимся в полях. Кто вносит удобрения? Мы дома на теплой печке. Кто-то семинаром катается, а на утилю больше информации добывает. А кто в поле пашет? Утильщик. Да, ну и что? Вот у нас еще прибыла земельный банк. Получается, и снежок прошел. Сегодня мы запахиваем этот снег. Как видите, склон идет вверх. Такой огромный склон. Вот село мое родное. Тут я родился. Здесь когда-то, когда мы были маленькими, и еще до нас, до того, как мы родились, здесь от села, тут все поля обрабатывались. Тут буряки, река Фрумушика, здесь буряки были, посеяли, и там выше, там наш съеденный рав, там тоже буряки были. То есть земли обрабатывались всегда. Ну, что сделать, последние 30-40 лет они не работали. Но суть в чем? Снежок есть, запахиваем снег. Шучу, мы разрабатываем, потому что вот тут выше, как мы, здесь был сад яблочный. В моем детстве я его не видел, я только уже видел там дальше сухие выкорченные деревья яблонь. Овраги посмывало с этой стороны, сейчас вы видите, трактор едет, очень короткий гон, получается туда вверх гон длиннее, ну так получили люди землю, и все, сколько он там метров, 60-70 проехал, и все, гон заканчивается, там уже овраг, и вот так оно поделено оврагами. Ну здесь планирую засеять люцерну, потому что такой склон, и надо, как бы, чтобы почва была связана, чтобы не повымывал ее. Сами смотрим, давайте посмотрим. Почва очень неплохая. Но в чем тут дело? Получается, он хотел пойти попробовать длинным гоном. И трактор в нагрузку выбрасывает. Вы видите, как он не может плуг дать скорость, чтобы... Хотя я думаю, может, просто у нас такой механизатор, он технику лелеет, поэтому хлопец решил, на час позже домой приеду, я вместе с ним. Но... И техника будет сбережена, и работа будет сделана. Вот так, сейчас давайте подъедем наверх, посмотрим, что у нас там получается. Целине. Сейчас, секундочку, дальше подъедем. Сейчас я подойду, а вам секунду времени, вы все увидите. Вот снег запахивается. Вон где машина. Я не знаю, у нас и тут не получится разогнать трактор. Почва жесткая. Вон он сейчас сделал крест-накрест, пока доедет, пока разгонит. Что, поворачиваем сейчас. Тут же вредителей, наверное, много. В виде остатки пеньков когда-то были. От сада, которого уже, наверное, 40 или 50 лет нет здесь. Ну так. Маемо то, что маемо, уже пусть будет так, а потом. Потом пройдемся культиваторами, боронами, подровняем, что сделать. Может, увеличить глубину же пахоты. Сейчас тут 15 сантиметров, ой, 15, 17 сантиметров, 18. Глубже не хотел пахать. Сейчас попробуем. Или так оставить. Ну еще не было у нас такого, чтобы не получалось так.
где-то огромненько, чтобы грабли ее теребанили. Именно мы. Давайте подойдем поближе, посмотрим, что же у нас получается. Вот сейчас он доедет до борозды, остановится. А, и буксовый даже. Тяжко ему, куда увеличивать? Не будем мы увеличивать глубину, оно утрамбовано. Сад. Наверное, мы уже скорчевываем его, эти пенечки. Наверное, они нам тоже какое-то сопротивление дают. Да, нормально все, пойдет. Закультивируем, сорняк разрываем, все будет в порядке. Ну, скажу одно, там, где гербицидная работа проводилась по целине, мы уничтожаем много сорняка, корневая система прогнивает, и потом почва более структурированная. И... Сейчас покажу вам с кабины, какой у нас длинный гон, в кавычках. Мы разобрались, включили блокировку заднего моста, и сейчас трактор хорошо себе справляется, но тут мы сделали бороздку, теперь надо притормозить, мы теряем скорость, это мы успеваем мало, подкорректируем культиватор. Так, вот наш гон, в огородах, наверное, длиннее гоны. Встреч. Но телефон замерз и отключился, пришлось в кабину садиться отогреться. До новых встреч. Запахиваем снег в походу. Сейчас чуть-чуть покажу в обратную сторону. Пока-пока.